Привет, бро, с тобой Воблер, и ставь лайк за 2 секунды, если ты любишь лето. Считаю. Раз, два. Молодец, дружище, что ты успел поставить лайк. Я тоже обожаю лето. Лето — это тепло, солнышко и мороженое. Ха-ха, обожаю мороженое. Мы сегодня продолжим играть в замечательную игру Boomsticks Bazooka Puzzles, где мы прокачиваем человечка с базукой, проходим уровни, зарабатываем деньги, открываем новое оружие, новые скины, и у нас будут новые враги. Мы с тобой остановились на 26 уровне. Поехали, начинаем проходить. Мы видим, что здесь лучники приуныли, они заснули. Но мы приходим, выбираем соответствующее оружие, заряжаем, но получая ракетой. И с одного выстрела просто разрушили целую засаду вражескую. Мы приземляемся как супергерой. Видим, что сверху стоит мортира. По нам целится этот стикман на крыше. Полетела ракета, бабах, и накрыла его. Смотрите, падает колонна. Мы видим, что лучник обнял бетонную колонну. И так с ней прилег. Это вообще дичь какая-то. Но лучник стоит, он по нам стреляет. Он наносит урон. Ничего себе, какие же точные попадания. Каждый раз почти в цель. Так, кидаем такой вот взрывной снаряд. Ну все, лучник, сейчас мы тебя завалим. Не, снаряд перелетел. Да что же это такое? Как нам его уничтожить? У меня осталось 50% хп. Снова попал. У меня полсердечка, дорогие друзья. Сейчас он меня убьет. Ну давай, взрывайся. Взрывчатка внизу. Да, он падает вниз. И, конечно же, я еле выжил. У меня осталось полсердечка сверху. И мы переходим к третьей битве. Что тут происходит? Снова лучник сверху. Надо его обезвредить в первую очередь. Там еще какая-то звездочка. Берем звездочку и ставим взрывную нашу бомбочку. Нет! Бомбочка на меня пролетела и взорвалась дважды возле меня. Конечно, давай мы с тобой восстанавливаем здоровье с помощью ролика. Я такой крутой. Надо пробиться к ним. Так, давай попробуем пробить здесь грунт. Дальше стреляем. Вот чувак стоит. Огонь! Сейчас мы его прям под жопу. Да, мы его завалили. Но вот как достать мечника, я даже не знаю. У нас очень много разных бомбочек. Давай мы с тобой зарядим эту бомбочку. Попробуем дальше пробиться. Куда ж ты падаешь? Внизу взрывчатка. Ну давай. Давай, еще чуть-чуть. Да блин. Бочки почему-то не все взорвались. Надо, наверное, дальше пробиваться. Вот эта взрывная бомбочка какая-то бесполезная. Мне кажется, что ее нужно заменить, потому что она мне не нравится. Хоть мы ее и открывали последнюю, она какая-то не очень. Давай взрываем. Ну давай! Блин, да не так все просто. Ладно, давай сейчас за ролик открою здесь снаряды, ракеты. Прикупили, ребята, и теперь можем просто пробивать насквозь и достанем до него. Мы открыли 5 зарядов, и сейчас мы их все потратим, чтобы достать этого мечника, который там где-то забаррикадировался, но он возле взрывчатки. Ха-ха-ха! Он на мостик стал, еще его придавило, так прикольно! Конечно, прошли уровень на 2 звездочки, забираем все золото здесь. Сейчас мы с тобой в магазине попробуем поменять эту взрывную бомбочку, которая прыгает, она мне не нравится, и поставим именно ракету, которая летит прямо. А также у нас есть обычная ракета бесплатная и бомбочки, которые взрываются через время. Здесь пока что нам недоступна никакая броня, а вот скоро через одну звездочку нам откроется какой-то щит. Может быть, даже мы сегодня его и испытаем. Пошли дальше, 27 левел. Сейчас с тобой попробуем, ребята, использовать бомбочки. Вот такие вот. Так, я навожусь. Отлично, смотри, как они целятся. Я думаю, что сейчас смогу их взорвать с первого выстрела. Ну давай, самолет скидывает 3 бомбы. И, конечно же, жестко наношу урон. Ай, чувак снизу прибежал и меня мечом вырубил. Я почему-то не обратил внимания, что он там стоит. Я, конечно же, возродился. Мы видим, что лучник стреляет именно в стену. Так, попробую навестись на него. Вот первый снаряд пошел. Нет, не попал. Второй раз прицеливание. Огонь! Промазал. Так, давай чуть-чуть подальше. И третий прям в яблочко под жопу ему. Ха. До лучника будет добраться непросто, потому что сверху у него там непробиваемая земля. Попробуем через низ тут все проковырять. Целюсь, навожусь прямой ракетой. Огонь, ракета пошла. Почему она взорвалась и я отлетел, я не понял. Это была какая-то бракованная ракета. Если честно, дорогие друзья, вообще не понял, что происходит, почему я сам в себя выстрелил. Давай снова вырубаем этих чувачков, попробуем сейчас нападать снизу. Доберемся до лучника, мечники по нам вообще никак стрелять не могут. Вот лучник стоит, ну давай огонь. Попробуем до него как-то доковыряться. Довольно сложная битва, непростая. То есть мы используем очень много зарядов, чтобы убить всех вражеских юнитов. Отлично, вырубили лучника, теперь надо разобраться с мечниками. У нас есть обычные ракеты, есть бомбочки, которыми мы будем закидывать. Первая бомбочка, огонь, пошла.
Отлично! Крутое попадание сзади с первого раза! Да, мы его завалили! Теперь надо добраться до этого парнишки. Так, давай попробуем сейчас с первого раза по нему попасть. У нас одна ракета бесплатная. Ну, огонь! Да! Да я вообще просто... Ребята, читер, вы видели, как я попал? Вторая битва 27 уровня. Здесь чуваки сидят за каменной броней. Я думаю, что вас смогу достать одной ракетой всего лишь. Да! Лучника тоже завалило. Последняя битва этого уровня. Вот мы видим, что чуваки спрятались где-то в бункере под землей. Одного я стикмана вырубил взрывной волной, конечно же. Только теперь нам надо как-то достать дальше. Я беру бесплатные сейчас ракеты, которые здесь открываются за ролик. И давай попробуем пробить эту стену. Конечно же, падает еще одна плита. Но она мне вообще нипочем. Вы видели, как она быстро развалилась? И вот, чувачок, прыгай, да! Так смешно он упал, ребята. Он и меч даже свой бросил. Мы проходим на 2 звезды, и это, конечно же, хорошо. Я потом не ролика пройду, и эти звездочки заберу, которые мы не дособирали на уровнях. Пойдем в магазин, сейчас кое-что прикупим. Для начала с тобой хочу поменять пушку, чтобы сразу летело 3 заряда. Есть такая у нас крутая, которая при одном выстреле выпускает 3 ракеты. Они еще так по дуге идут. Дальше я покупаю щит, который тоже мы сегодня попробуем использовать против босса, потому что мы все равно сегодня до босса дойдем. 28 уровень, первая битва. Мы видим 2 мортиры, а также чувак с мечом, который спрятался где-то внизу. Мне кажется, что до него будет сложно достать. Отлично, первую мортиру я вырубил. Даже без взрыва. Вторая мортира на меня наводится. Сейчас пытаюсь до нее достать чисто ракетами бесплатными. Отлично, завалили. И теперь надо как-то доковыряться до мечника, который там спрятался. Видите, какая крутая базука. Она выпускает 3 ракеты сразу. Сейчас переключился на бесплатную ракету, которая сверху, и попробую доковыряться до этого чувака, который спрятался. Он сидит возле взрывчатки. Зря он там под землей засел. Да не просто до него добраться. Сразу переключаюсь на тройные ракеты. Сейчас попробуем туда дострелить. Ну, первый зал пошел. Да, просто замечательно. Мы его взорвали. И сверху его еще и накрыло бетонными плитами. Вторая битва 28 уровня. И здесь очень много топлива, а также 2 лучника. У меня закончились бесплатные ракеты. Я их снова открыл за ролик. И давай вырубаем 1-го лучника. Так, там еще 2-й спрятался. Смотрите, куда-то в землю стреляет. Я не знаю, как он хочет до меня достать. Но я сейчас попробую вот так вот взорвать. Ха-ха, мечника. С помощью бомбочки. Дальше давай закидываем ракетами. Раз. Ну, падай, падай. Еще чуть-чуть. Ну, падай. Она просто остановилась, а он по мне попадает. Какой же точный лучник-то, ты смотри. С каждого выстрела он попадает по мне. Давай дальше пошли. Мы, конечно же, победили. Здесь мы видим, чуваки спрятались под землей. У меня план. Я просто попытаюсь до них добраться и снизу взорвать эту всю шайку бандитскую. Так, огонь ракетами взрывными. У меня еще бесплатная ракета. Огонь! Да, мы всех взрываем. Чувак на мортире просто выпрыгнул на меня сверху. Куда-то упал. И я почему-то тоже, ребята, умер. Наверное, мортира все-таки успела выстрелить. Я, конечно же, возродился за ролик, потому и победил на этом уровне, заработав 2 звездочки. Мы дошли до сундука. Сейчас посмотрим, что же выпадет. Вот наша награда. Конечно, я все удвоил за рекламу. И теперь мы на 29 уровне. Вот сидят, спят лучники. Лучники, привет, как дела? Стреляем 1-го лучника, он отлетает. И круто падает. Вот это взрыв. Внизу стикман остался живой. А, вот все, его ребята там завалило. И 2-го лучника я тоже смог здесь уничтожить. Давай с тобой попробуем добрать эту звездочку. Отлично, мы прошли 1-ю битву 29 уровня. И снова приземляюсь. Здесь тоже есть мечники. Лучник 1-го мечника просто вырубаю. Осталось добрать лучника. Лучник, беги отсюда. Сейчас ты получишь взрыв от воблера. На, тройной зал. Мне нравится эта базука, которая выпускает 3 ракеты сразу. 29 уровень и последняя битва. Враги спрятались под землей. Но наша базука, которая выпускает 3 ракеты, не сдается. Огонь, еще 3 ракеты. Отлично, мы, конечно, все взорвали, но как достать до мечников, я даже не знаю. Я думал, что мы сможем их одолеть. За ролик сейчас, ребята, открываю еще здесь новые заряды, которые нам понадобятся, чтобы пройти этот левел. Огонь. 1-й, 2-й убрал землю и полетели дальше. Ракета, ну взрывайся. Да что же это такое? Они вообще неуязвимы. Вот это они закопались, они прям в пещере. Да,
Парнишка просто полетел вперед, как будто какой-то супергерой. Немножко нам не хватило опыта, чтобы забрать 3 звезды. Но я не расстраиваюсь, потому что я в любом случае их получу, и там уже будут кристаллы. 30-й левел, возможно, здесь будет босс. Ну давай попробуем добраться до него. Так, пока что у нас первая битва, вот враги спят. Просыпайтесь, воблер пришел к вам в гости, он прям на меня прыгнул. Вот лучник стреляет, он пока что промазал. Второй раз он тоже промазал, а я по нему попал с первого раза. Просто замечательно, вторая битва. Надо выстрелить в бочку, чтобы шар упал на стикманов. И на бочки, которые внизу. Ну, бочки, взрывайтесь, пожалуйста. Ух ты, сейчас динамит взорвется. Лучник просто упал куда-то вообще. В яму, ребята, покатился. И вот, ребята, босс на 30 уровне. Безумная какая-то машина с молотком. А также там есть 2 лучника, которые стреляют довольно точно. И мортира, которая наводится. Я подожду, посмотрю, как они вообще воюют. И чувак с мортирой меня сразу с первого выстрела вырубил. Моя броня вообще не держит. То есть она держит отстрел, а вот если мортира попадает, то я проигрываю. Применяю купол, сейчас посмотрим, как же долго он работает и сможет ли купол противостоять этому огромному молоту. Давай, ждем. Блин, снова мортира меня завалила. Да что же это за дикие враги? Ребята, я хочу сделать эксперимент. Посмотреть, выдержит ли наш купол против этого молотка. Но для начала я снимаю снайпера, который там стоял на крыше с мортирой. И теперь мне надо подождать, чтобы молот доехал до меня. Вы видите, какая машина вообще дикая? Вот это стикманы придумали, как меня уничтожить. Но мы не сдаемся. Вот молот ударяет и разрушает. Так, я готов применить купол. И все, я под броней. Ты не сможешь по мне вообще никак ударить. Стоим, ребята, стоим. У меня броня, что будет? Ничего не будет, он сквозь купол прошел. Сквозь щит. Так нечестно, у меня уже нету зарядов. Конечно же, я заряды сейчас открываю за ролик. И сразу вырубаю противника. Потому что все, что я хотел проверить, я проверил. Теперь сдавайтесь, мы вас уничтожим. Так, стреляю тройным залпом. Прям в мотор. Мотор немножко покраснел, но машина выдержала. Молоток уже не рабочий. Снова они починили молот. Смотрите, он стал и готов вообще воевать с нами. Машина рассыпалась. На мелкие кусочки молоток тоже дрожит. Ну что ж, дорогие друзья, мы прошли с вами сегодня крутые уровни. Даже босса увидели. Я думаю, что в следующем ролике будет еще круче. А с тобой был Воблер. Оставайся на канале. Смотри другие видео. Скоро увидимся. Пока.